жена жестоко упрекала меня за то, что сижу у нее на шее. Чего еще страшнее, она зарабатывала неплохо, и я обдуманно к выпивке потакал ее наклонности. Охмелевшая, она отдавала деньги от вольности. Похмелье на кровати с тяжелой головой и жжением в груди. Я курил папироску и размышлял, как получить бабки на похмелье, вопрос стоял. Веселое утро шевелило за рамой окна листья плюща. Жена внесла железный чайник, зевая, стала накрывать на стол. Вот и пряник. Двигаясь около стола, жена задела ногой пустую бутылку, а та выразительно откатилась, напомнив, что надо похмелиться. Хмурый вид ее не вызывал особых надежд. Жалел, что вчера забыл выпросить у нее денег. Ворожа, я понуро оделся и не торопился вступить в разговор себе дороже. Не дашь ли мне денег? Не дашь? Проглотил кружку чая, завидуя ей, у которой не болела голова, в отличие от моей. Чтобы отомстить, сказал: вчера ты нажралась. Стала петь, напялила рубашку чужую с кружевами и хвасталась. Стыдно было смотреть. Стыдуха. Стыдно было смотреть. Едва жена скрылась, я быстро начал поиски. В белье, в коробке от папирос обнаружил деньги. Я взял 2000 и быстро привел белье в порядок. Сев к столу, чай вдруг стал так сладок. Жена с сомнением уставилась на меня, но не догадалась о краже. Я надел кепи и, убедясь, что не преследуют, поспешил к станции трамвая. А куда трамвай следует? В переполненном вагоне успокоился. Приехал через полчаса в город. Я сразу в трактир. Но услышав за спиной крик: не уйдешь, не уйдет, подлец, 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 подлец. Пустился бежать, свернул за угол, криндец. Забегаю в стильный вход с вращающимися дверьми. Прочел надпись овального щита: весельная выставка акварелистов. Бежал по солнечной лестнице к входу в зал. Заставили купить билет. Жена настойчиво преследовала, явственно признал ее. Она, холодно улыбаясь, приближалась, ухмыляясь. Ее глаза были прищурены. Она не видела никого, кроме меня, взявшего ее деньги. Так много пожирающего огня. Блестят ее серьги.
хорошо, давай поговорим. Только не здесь. А что, у тебя я на привязи? Огрызнулся я, шагая в присест. Бездельник, лицемер, пьянец, отойди! И тут я всматриваюсь в картину на стене. Так это же наш дом, наша яма среди кустов в паутине. Даже наша выброшенная банка из-под консервов на картине. Не поверите, я смотрю на собственное жилье. Художник, я помню его утром, рисовал наш дом. Не поверите, со складным стульчиком и с кистью в руке. Это было утром. Какой же красивый наш дом!